Привет всем зрителям и подписчикам канала. Вот я и начинаю прохождение игры D4, или же, как она называется в полном виде, Dark Dreams Don't Die. Данная игра вышла уже практически год назад, но, увы, не на русском. И благодаря усилиям всего лишь одной девушки, да, вы не ослышались, всего лишь одна девушка занялась переводом данной игры. И, на мое удивление, не забросила это дело, довела его до логичного конца. И вот 2 февраля 2016 года Русификатор увидел свет. Ну и сейчас, на момент записи, у меня 3 февраля, вот, я выделил время и решил сейчас быстренько для вас записать несколько серий, пока у меня есть время, ну и, соответственно, оценить данный русификатор. Вот. Ну что ж, спасибо ей за то, что она его сделала, это просто колоссальный труд, как для одного человека, на мой взгляд. И кому интересно, кто хочет узнать о ней побольше, я оставлю все данные в описании. Поэтому смотрите, переходите на ее канал, на ее данные, и узнайте о ней побольше. Ну, теперь что ж, усаживайтесь поудобнее, надевайте свои любимые наушники, и давайте же насладимся этим шедевром, как они говорят. Да, как всегда, автосейв. Это без этого сейчас не модно. А, да, кстати, надо телефон выключить. Звук, точнее. Вот так вот. Дабы нас не особо отвлекали. Да, данная игра еще сделана, кстати, по эпизодам, если кто не в курсе. Вот, поэтому будем проходить. Надеюсь, они не очень длинные, но, возможно, и длинные, кто знает. Я, это слепое прохождение, что тут и как делается, я не знаю. Поэтому все будет... целомудренно. Так, ну что ж, в ролях, настройки. Так, давайте сейчас быстренько зайду в настройки. Так, яркость я для вас специально поднял. Для тех, кому будет на ютубе темно смотреть, но я думаю, с такой яркостью не будет, хотя кто знает. Так, музыка, эффекты, голоса, ну тут все оставил так. Ну, это все настройки, которые есть в данной игре, думаю, все норм. Так, и что ж, приступаем. Да, данное произведение является вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми, местами, организациями и т.д. абсолютно случайны. Понятно? Дэвид. This is a story of a man with a very strange fate. Hey, look. It's like I've grown wings. Пролог. День, когда это все началось. Thank you.
Такс. Ну что ж, ребят, это у нас такое начинается вроде как обучение. Вот. Я уже проходил и на этом закончил. И вот теперь для вас записываю. Поэтому что тут надо делать, я знаю. Но когда мы перейдем к нашему главному герою, что мы будем делать там, то уже хз. Так, кредиты. Бронзовая эмблема. Так. Исследовали типа улику нажатием левой кнопкой мыши. Возьмите кредитную медаль. Возьмем. Толкните знак правой кнопкой мыши. Да, без проблем. Возьмите все кредитные медали. Так, толкните. Точнее, нажмите среднюю кнопку мыши и двигайте B, A, S или D. Поворачиваемся, забираем. Поворачиваемся, забираем. И на... А, так, нет, назад мы не можем. Обернитесь и изучите мужчину, стоящего на берегу озера. Так, сдвигайте на край экрана и нажмите левую кнопку. И мы сможем так быстро повернуться. Так, заберем медальки. Исследуем. Толкнем. Столкнули настолько, насколько можно, и забрали оттуда все кредиты. Так, изучить мужчину. Папочка. Так, ну и нам о нем все показывает, что он о чем сейчас думает и так далее. Так. Что дальше? Нам по обучению там надо топать дальше. Подойдите к сове. Да-да-да, подойдем сейчас. Сейчас все будет. Так, да, это мы можем ставить на паузу. Продвигаемся дальше. Так, зажимаем и можем забрать. Взаимодействуем. Тонкий лед. Предупреждение. Ну и, конечно, мы, понятное дело, пойдем по тонкому льду к этой сове. Кому нужны эти предупреждения? Так. Тут больше ничего нет. Топаем дальше. Так. Следы рыбацкой лодки. Ну, как-то так. Еще заберем. И подойдем еще ближе к данной сове. Толкните сову. Соберу сначала. Так. Так, ну у нас тут больше ничего нет, поэтому... Ah!
Ну, вот такое вот у нас обучение. I didn't see you again this time either. Little Peggy. My name is David Young, former NOC with the Boston PD, and now a detective who searches the past. My likes include 100% de agave tequila. My dislikes are mainly drugs and chewing gum. Two years ago, someone killed my wife. Since then, I've been using every second of my life to solve a case. Using a certain, a very special power. Так, ну вот мы, собственно говоря, и начали наше дело. Так, разбитое зеркало, напоминание о том дне. Что ж. My head is full of memories of my wife. And the bullet that robs me of them. What happened in this place on that day? Так, взаимодействие с объектами и людьми расходует нашу выносливость. То есть, когда она закончится, мы не сможем ничего делать. Это прискорбно. Значит, с зеркалом мы разобрались. Да? Так, леденец. 2 бакса за 3 штуки. Выносливость восстановлена. Что ж, покушаем. Так, а когда я еще раз... Так, больше она не тратится с... Так, ну больше... Больше мы ничего тут не можем. Так, можем открыть ящичек. Ящичек у нас не открывается. Оп. It's been broken since that day. Так, тюбзик. Опс. A gift is an expression of emotion. The person who sends it wants the feelings to be understood. Sometimes, however, those feelings remain in a slightly different form. I call these forgotten treasures mementos. Итак, сувениры. Первый сувенир. Светло-красная шпилька. Туфли на шпильках носила библиотекарь из... БББ. Ну ладно.
Может, это был подарок от любовника? На задней стороне надпись «Доминик Бин». Тихий библиотекарь днем, ночью же она завлекала мужчин с помощью своих уловок, продавая им наркотики. Возможно, отправитель этой обуви – одна из ее жертв. С другой стороны, она не была Ди. Сувенир потерял свою силу. Ну, ладно, чё. Так, значит, что у нас есть? Сувениры. Мы их посмотрели. Есть персонажи. Who is D? То есть, типа, убийца нашей жены, да? Типа, он его так назвал. Who is D? Так, Дэвид. А, мы можем как-то почитать про него инфу? Нет, только фотки. Только фотки. А это наша жена. Маленькая Пегги. Если я правильно понял, да? Так, список еды. Леденец. По каким-то причинам я еще долго держу палочку во рту, даже когда конфета уже кончилась. 22 килокалорий. Круто. Документы. Пока что документов нет. Дополнительные дела. А мы еще можем дополнительные дела делать, да? Ну ладно, пока я не знаю, что тут и как. Посмотрим. Чему это все нас приведет? Так, значит, 100 лет мы повзаимодействовали. Вот так вот. На все, что нужно, навели. Давайте повернемся хоть. Нет, выходить пока рано. Вот так вот. Так, что там было? Отпечатки двух людей, дверь в ванную. Так, сама ванная. Засохшая кровь, моя жена умерла здесь. Little Peggy. Everyone has their own place to work. A small desk in an office, a molten hot factory, a quiet library. The register in the supermarket, or in the middle of an intersection, in bed, on a golf course, the kitchen. For some, it's the whole town. From the day she died, this has been my place to work. Да. Как-то нам эпично все это подают, всю инфу о нашем главном герое. Однако. Так. Выйти из ванной комнаты. Фокус показывает следующую улику. Типа это. Так, ой-ой-ой, я направо не посмотрел, что нам там указывали. Там что-то золотое, белое. Ай-яй-яй. Ну ладно, придется уже перед обработкой посмотреть, что там мне вызветили. Так, выключить. Ага, фокус у нас получается тратится. То есть, если мы не уверены в том, все ли мы нашли, мы можем использовать фокус, но он не бесконечный. Так, ну вроде бы с ванной мы разобрались. Давайте же ее покинем наконец-таки. Вот так вот. No results this time either. This case is in the clear. Так-с. Дверь в спальню. Место только для двоих. Но сюда нам пока. Так, активировать фокус. Не хочу его пока активировать. Так, отлично. Давайте посмотрим, что же у нас тут есть. Бинты, 30 штук. Возьму. Лекарства восстанавливают здоровье.
Интересно, а что у нас это здоровье отнимает? Понятно. Ну ладно, я активирую, если так хочешь. Ну и толк от того, что я активировал. I don't have time for this right now. То есть с помощью фокуса я могу еще дополнительно какие-то дела делать. Круто. Но жалко, что я не прочитал, то справа уж мне писали, что можно делать. Увлекся на другое место. Тут больше ничего. Так, идите на кухню. Да иду я сейчас на кухню, подождите. Я хочу все осмотреть, что у нас тут есть. Так, телефончик. Телефонный звонок сохраняет игру. Вау. Давайте сохранимся, я не против. Чик. Вот, побеседовали. Довольно-таки неплохо. Так, со. Не могу пока забрать. Да подождите вы. Так, я снова с вами. Для вас прошло одно мгновение. Вот. Ну так что у нас? У нас так, мы тут были. Где мы были? Так, это у нас там что-то, что непонятно. Нам походу надо же сюда. Как нам сказали. Исследовать документы. И всякую всячину. Ну давайте мы сначала... поисследуем все, что есть, позарабатываем кредиты, хотя пока непонятно, зачем они мне нужны. Ну что ж, попили. Так, давайте похаваем. Ну, что я могу сказать? А мы можем что-то более вкусное покушать? Рыбные консервы. Так, ага, это мы забрали. Больше ничего забирать не можем. Ну и это заберу. Все, вроде как. Дверь на террасу. Но нам туда пока не надо. Так, что мы из этого полезного можем для себя? Опять бинты? Бинты — это хорошо, бинты нам пригодятся. Ну и здесь вроде как усё. Продвинемся дальше по кухоньке. О, микроволновочка. Конечно, забрать. Как же без этого? И это все, что мы тут можем. С раковиной мы уже взаимодействовали. О. Опа. Медалька. Ай-яй-яй, не исследовал для начала. Ну что ж поделать. Уж извините. Слепое прохождение, на то и слепое. Письмецо, бумажный клевер. Все еще пахнет как она. Найдено письмо от малышки Пегги. Так, 14 сентября 2009 года. Дэвид.
Одна мысль о том, что ты это читаешь, делает меня очень счастливой. Надеюсь, ты немного успокоился. Я люблю тебя таким, какой ты есть. И полюблю Дэвида, которым ты станешь. Я пишу это во второй раз. Помнишь ли ты первый? Сегодня я нашла свои старые письма. Так странно, что они стали материалами твоего дела. Все письма, которые я тебе когда-либо отправляла. Идеальная коллекция, аж со старшей школы. Очевидно, они очень важны для тебя, раз сложены так аккуратно. Может, ты слишком трепетно к ним относишься, чтобы просто разорвать? Так ли это? Так вот, это вызов от нынешней Пегги будущему Дэвиду. Я спрятала свои письма, старые и новые. Я хочу, чтобы ты нашел всю меня и все наши воспоминания. И узнал, Пегги, которой я была, есть и буду. Малышка Пегги Янг, 14 сентября 2009. Так, письмо, рапорт, альбом. Ну, как-то так, ладно. Что ж, спасибо за письмо, которое мы отлично прочли. Кофе и печенье. Так, ну это нам нужно для того, чтобы пополнять силы, но у нас силы так много, поэтому я не вижу смысла выпить. Ну, ради интереса, давайте я выпью. Так, ну и... покушаем. You don't have to believe in Santa, but you really should believe in God. Прикольное предсказание. Так, два кофе из трех, два из двух. То есть мы можем еще взять. Вот так. Уровень синхронизации 100%. If you can't sleep, stop wasting time in bed. Get up. Live longer. Ну ладно, давайте еще одну. Я не знаю, что я делаю, ну ладно. Life is love. Все, печенек больше нет. Кофе. Ну, я не знаю, давайте, если нам дают возможность, и тем более за это кредиты нам выдают, то так уж и быть. И последний раз нам осталось хлебнуть. Ну, как-то так. Вот и все. Сколько же у нашего главного героя всего-то, а? Так, новый предмет в альбоме. Так, предмет из альбома. На прошлой неделе были объявлены кандидаты на предстоящую зимнюю олимпиаду 2014 года в Сочи. Эти кандидаты теперь пройдут дополнительные тренировки, чтобы попасть в сборную. 4 года назад в Ванкувере, впервые со времен олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Америка и Канада столкнулись в финале лицом к лицу. Побежденные канадцами с разницей всего в одно очко, американцы оказались не в состоянии дать реванш. Они дали слово, что победят Канаду и заберут титул. Публика надеется, что в этот раз их команда будет сильнее. Будет ли этот турнир их шансом взять наконец реванш? Ах, хрен его знает. Так. Так, ну что ж, предмет из альбома 2.
Спонтанное самовозгорание человека, человек может внезапно загореться, а затем сгореть за короткий срок. Вы верите в существование данного феномена? В прошлом месяце в Бостоне произошел загадочный случай. Студент университета проводил выходные со своими друзьями, как вдруг внезапно загорелся и сгорел заживо. Пока его друзья в ужасе наблюдали за происходящим, тело жертвы быстро схватил огонь. Когда тот погас, а студента остались лишь кончики его пальцев. Все остальное превратилось в горстку черного пепла. Но это еще не все. В последнее время в Бостоне заметили ряд подозрительных случаев. Я планирую отправиться туда и расследовать эти загадочные инциденты. Мой следующий рапорт, скорее всего, будет из Бостона. С нетерпением жду своих новых открытий. Это тотальный эпик. Ну и здесь вроде бы как все, да? Hey, Amanda. Do you want to watch too? We're just at the best bit. Little... Вот мы и посмотрели мультик. Так, я вижу письмецо. Надо забрать письмецо. Картофельные чипсы со вкусом омаров. Спасибо. Подкрепимся. Белочка. Так, спуш. Мы можем эту белочку толкнуть. Но, если честно, я этого делать не хочу. Это слишком жестоко по отношению к белочке. Так, с чем мы еще взаимодействуем? Ну что ж, письмо номер 2. 22 января 2009 года. Дэвид, тебе не кажется, что Аманда – идеальное имя для нашей кошки? Каждый раз, когда я смотрю на нее, я вспоминаю твое лицо, когда ты увидел ее впервые. Аманда помогала, но предложение было от тебя. Я так счастлива. Каждый раз, когда я ее вижу, я вспоминаю об этом и вновь становлюсь счастливой. Аманда спит на моих коленях, пока я пишу. Она подобна ангелу, белоснежная, новорожденная. Она пришла, чтобы стать частью нашего счастья. Сделать нашу семью настоящей. Я люблю тебя, Дэвид. По скрипту. Уверена, что мой приемный отец тоже благословляет нас. Давай это сделаем. Малышка Пегги Олдман. В скором времени малышка Пегги Янг. Фух, что же. Таковы у нас обстоят дела. Получен костюм. И что нам с этого костюма? Академический журнал. Ну, я не против. Давайте прочтем. Работы мозга, нейроны и синапсы. Ух ты, щил.
Мозг сформирован из комплексной нейронной сети. Сеть создана из особых клеток под названием нейроны, каждая из которых представляет собой функциональную единицу. Эти нейроны переносят электрические или химические сигналы. Когда сигнал передается в один нейрон, они обмениваются между собой электрическими импульсами. В то же время, когда сигналы проходят между разными нейронами, они обмениваются химией посредством нейротрансмиттеров. Часть, содержащая нейротрансмиттер, называется синапс. Если с этой частью что-то пойдет не так, нейроны не смогут правильно передавать друг другу информацию. Это может привести к ряду заболеваний. Проблемы с синапсами могут быть как врожденными, так и приобретенными вследствие травмы, а также они могут проявиться временно или хронически при употреблении определенных наркотиков. Короче, понятно. С мозгами дело... С мозгами не шутят, короче. Так, а вот тут я забрал. Тут же была еще одна. Так, мы же можем вниз. Ага. Так, ага. Больше, значит, тут я походу забрал. Так, белочку, как я сказал, толкать я не буду. Ну, здесь вроде как все. Давайте продвинемся сюда. Немножко влево. И посмотрим, что у нас еще тут осталось. Магнитофон. Что, можем послушать музыку? Угу. Каким мне ее так бить, пока силы не кончатся. Но походу все. А, так, наша доска с подозреваемыми. Давайте ее осмотрим. Дополнительные дела. Никаких дел пока нет. Я понял. Да ё-моё, я не то хотел. Закрыть. Я хотел повернуться. Так, значит, здесь мы совсем закончили. И теперь, наконец-таки, спустя 40 минут, уже, наверное, мы сейчас записываем. Наконец-таки мы выполним наше главное задание и пойдем на кухню. Значит, мы ищем нашего Ди. Did you hear about David's wife? Man, they were just married too. I heard it was revenge for one of his investigations. Sure sounds like the way they operate. Sending a deadly message. Да. Как-то жалко нашего главного героя, однако, стало. There's only one thing I need after work. Tequila. Straight up. Nothing mixed in. The perfect stimulation for my lead-filled brain. You always look so happy drinking that. I wish I could have a drink too.
Does it really taste that good? Maybe I'll just try a little. Oh! Да, что ж. I have no memories of that day. When I came to, I was already lying in the ICU. The only thing I do remember are the words that little Peggy whispered as she died. Look for D. Who is D? Those words keep spinning in my head. At the time, with no compelling evidence, the case hit a dead end. I quit the BPD. However, under the right circumstances, I now have the capability to solve even a dead end case. I'll do everything in my power to find this D. I swear I will. And when I do, oh, Peggy. Amanda? Зякс, кто это к нам ломится уже? Escape now. This is Amanda. She just suddenly started living here one day. She sometimes goes out and gets food for us. And that's something of a lifeline for me, as I don't really go outside. Just who she is, though, well, my memory holds no answers. Yo, David, everything shipshake? As you can see, Teddy. Someone definitely got the jump on you. Forrest Kaysen, a detective with the Boston Police Department, and my former partner. He still helps me out nowadays in my search for D. He's both a client and a source of information. He gets whatever I need. Women are always trouble. Doesn't matter how old they get, trouble. Fighting with Diana again? Like you wouldn't believe. Women, men don't stand a chance. Don't come and see me. Actually means get right over here, but then leave me alone just means, well, leave me alone. How am I meant to make sense of that? Tell me, David, please. Даже не знаю, что выбрать. Мне ни один из вариантов как бы не особо нравится. Hmm.
never show weakness, no matter who you're fighting. Oh, give me a break. We're not talking about some investigation here. I was a fool to ask you. Man, Diana is so stupid. Once feared as the mighty Grizzly, detective among detectives. Now he's more like a big teddy bear. What's the point of the place? Teddy, what's this? So, tell me, David, have you heard the news about that airplane accident, huh? Access Gate Airways Flight 117, struck by unexplained lightning. No one's talking about anything else right now. We might be looking at the real deal. I've got the good stuff for you this time. Passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Antonio Zapatero, otherwise known as Rabbit. He's a courier who only carries real blood. This one promised to provide evidence after being brought to Boston. Evidence that may well have led to the ID of the source of real blood. But then the lightning struck, and in the confusion, he vanished. He escaped somehow? No. When I say vanished, that's pretty much what I mean. Like something out of a magic act. So, clue me in. What makes this one the real deal? The name of the boss he was going to give up? Apparently starts with the letter D. This courier might have had evidence revealing the identity of D. So, interested yet? Let me ask you again. A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Almost anything is possible. That's why you brought this to me in the first place, isn't it? Glad we're on the same page. The courier had the evidence with him. I tell you, there's got to be a third party involved somewhere. From the evidence I was able to bring, this particular item is the most interesting. The owner of that badge was involved in this incident. Well? No doubt about it. This is a memento. Great. It's yours then. Let's hope it's the last one you'll ever need. Так, сувениры. Окровавленный значок маршала. Часть улики, относящейся к делу о пропавшем курьере. Она принадлежала федеральному маршалу Дереку Бьюкену. Бьюкенену, который был убит при сопровождении курьера.
Используя это, я смогу попасть на самолет, на борту которого присутствовал некий Ди, причастный к делу об убийстве моей жены. Такс. Новый костюм персонажа и прочее, прочее. Такс, мы можем его типа толкнуть? Серьезно? А что будет? Оу! Эй! Воу! 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 Ну ладно, допустим. Такс, ребята, ой-ё, судя по времени, мы уже записываем довольно-таки долго первую серию. Понятно, все с тобой, кися. Магазин Аманды, ё-моё. Что за бред? Так, тратьте кредиты, чтобы купить предметы. Выносливость, фокус здоровья, вещи 1-2, саундтрек. Твою ж налево. Кроличья лапка. Автоматическое восстановление при истощении. Разовое применение, да? Так, ну слишком дорого. Выносливость. Ё-моё, так, а из вещей что можно купить? Ваш нынешний бесплатный костюм. Двухдневная щетина. Заключенный, темные усы. Короче, тут надо застрять надолго, чтобы сделать себе стиль. Но это я уже сделаю вне записи, и это будет чуточку попозже. Ну, что ж. Да, кто не понял, Аманда это кошка. Только наш главный герой видит ее в таком виде. Так, а, и еще. Напишите мне в комментариях, когда она нас завалила на пол. По сюжету я как-то мог увернуться и не получить травму? Или же это так было нужно сделать? Ну, как бы то ни было, на этом я завершаю данную первую серию. Давайте позвоним, сохранимся. Вот, и уже разбираться со всем этим я буду уже в следующей серии. Когда я буду записывать, не знаю. Либо сейчас, либо же чуть позже. Надо переварить это все. Так что, что ж, до следующей серии. Всем пока-пока.